Хочу открыть вам маленькую тайну. Большинство людей проводит жизнь в тихом отчаянии. Не поддавайтесь этому. Нужен прорыв. Не прыгайте с обрыва, как лемминги. Представьте себе, что надо смотреть на вещи с разных точек зрения. Отсюда мне кажется совершенно. Если не верите, попробуйте сами. Конечно, все мы очень нуждаемся в признании, но вы должны верить в уникальность ваших убеждений. И пусть другим они кажутся странными, пусть все вокруг влияют отстой.